Здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. И это видео, третья заключительная часть по вязанию вот такого мальчишки. Сегодня мы с вами свяжем ему кофточку. Это будет подробный попетельный мастер-класс. Вязать мы будем ее из пряжи Alize Angora Gold. Цвет 208. Спицы я использую чулочные 2 мм. Так, расскажу вам просто, как вяжется шарфик. Я набирала 11 петель и провязала длину 40 сантиметров. Думаю, в этом нет ничего сложного, я не буду его показывать, как я вяжу. А вот кофточку мы сейчас же с вами приступим к вязанию. Для начала мы берем 2 спицы, оставляем длинный хвостик и набираем 38 петель. Набрали первые 2, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, и вот точно таким же образом набираем 38 петель. Набрали. Дальше нам нужно эти петли оставить на одной спице, а вторую мы вытаскиваем. И начинаем вязать первый ряд. Эта ниточка у нас остается. Используем уже рабочую нить. Снимаем первую петлю, не провязывая. Это кромочная петля. И дальше вяжем 36 лицевых петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Тридцать четвертая, тридцать пятая, 36 петля. Остается у нас на спице 1 петля, мы провязываем ее изнаночной. Разворачиваем, вяжем теперь на другой стороне. Первую петлю также мы снимаем, не провязывая, кромочную. Далее снова провязываем весь ряд лицевыми петлями, кроме последней. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Так вяжем 36 петель. Довязали. Осталась у нас одна последняя петля. Мы провязываем ее изнаночной. Закончили второй ряд. Дальше мы начинаем вязать третий ряд. И сейчас будем формировать регланные линии. Первую петлю снимаем, не провязывая. Дальше мы вяжем 6 лицевых. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Теперь делаем накид, вяжем одну лицевую петлю и снова делаем накид.
Дальше вяжем заново 6 лицевых. Первый, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Накид, лицевая петля, накид. Вяжем 8 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая петля. Накид, лицевая, накид. 6 лицевых вяжем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Накид, лицевая, накид. Провязываем 6 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Остается последняя кромочная петля. Ее мы провязываем изнаночной. Закончили вязать ряд. Разворачиваем вязание. Вяжем четвертый ряд. Снимаем первую петлю. Далее мы вяжем 3 лицевых. Первая, вторая, третья. Теперь нам нужно с вами провязать 38 изнаночных. Первая, вторая, третья. И мы дошли до петли, где делали накид. Если вы хотите, чтобы у вас были такие же дырочки, как у меня на кофточке, видите, по регулярным линиям у меня остаются дырочки, то вы провязываете все петли одинаково. То есть так же, как вязали только что, точно так же. Вот, провязали изнаночной и сняли. Получается дырочка. Если вы хотите, чтобы дырочки не было, вы провязываете петлю скрещенной. То есть захватываете сзади и провязываете изнаночную. Тогда дырочки у вас не будет. Если это непонятно на словах, попробуйте, когда уже вяжешь, становится немножко понятнее. Вот это без дырочки вариант. Вот такой вариант, это у вас получится с дырочкой. Я буду вязать так же, как первую кофточку, все петли одинаково. Вяжем так 38 изнаночных. На спице у нас осталось 4 петли. Первые 3 мы провязываем лицевыми. Первая, вторая, третья. И последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной. Закончили ряд, разворачиваем вязание. Вяжем следующий, пятый ряд. Первую петлю мы снимаем. Далее вяжем 7 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Накид,
лицевая. У нас здесь всегда должна идти посередине лицевая, по бокам накид. Всегда должны попадать лицевой именно в этот ряд, который идет у нас. Вот петли лицевые, их прям хорошо видно. Так, сделали накид лицевая, еще один накид, и дальше мы вяжем 8 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Накид, лицевая петля, накид. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая петля. Накид, лицевая, накид. Накид, лицевая, накид. Дальше мы вяжем 8 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая петля. Накид, лицевая, накид. Провязываем 7 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Последнюю петлю провязываем изнаночной. Закончили этот ряд. Вязание разворачиваем. Вяжем шестой ряд. Первую петлю снимаем, не провязываем. Нить у нас за работой. Вот наша работа. Нить за спицей. Снимаем петлю. Дальше мы вяжем 3 лицевых. Первая, вторая, третья. Теперь нам нужно с вами провязать 46 изнаночных. Первая, вторая, третья, четвертая. Здесь также не забывайте, если в прошлом ряду вы делали с дырочкой регулярную линию, то в этом ряду продолжайте так же. Чтобы все было одинаково. Вяжем 46 петель. Довязали, на спице осталось 4 петли. Первые три мы провязываем лицевыми. Первая, вторая, третья. И последняя кромочная петля, мы провязываем ее изнаночной. Готов наш ряд. Вот что у нас уже получается. Вот наши регланные линии. Вяжем дальше следующий. Это мы будем вязать с вами уже седьмой ряд. Снимаем первую петлю, не провязывая. Далее вяжем 8 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Накид, лицевая петля, накид. Далее провязываем
10 лицевых. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая и десятая петля. Накид. Лицевая. Накид. Далее вяжем 12 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и двенадцатая петля. Вяжем накид. Делаем накид. Провязываем лицевую петлю и снова делаем накид. Вяжем 10 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Накид. Лицевая. Накид. Провязываем 8 лицевых. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая петля. Остается одна кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Закончили этот ряд. Далее вяжем с вами восьмой ряд. Первую петлю снимаем, не провязываем. Далее провязываем 3 лицевых. Первая, вторая, третья. И теперь вяжем 54 изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осталось 4 петли. Мы провязываем первые 3 лицевыми. Первая, вторая, третья. И последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Провязали. Вяжем следующий ряд. Это у нас 9. Первую петлю снимаем. Далее вяжем 9 лицевых. Первая. Вторая. Третья. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая петля. Накид, лицевая, накид. Далее мы вяжем 12 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и двенадцатая. Накид, лицевая, накид. Дальше провязываем 14 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая,
11, 12, 13 и 14 петля. Накид, лицевая, накид. Дальше мы вяжем 12 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и двенадцатая. Накид, лицевая, накид. И провязываем 9 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая петля. Последнюю петлю мы провязываем изнаночной. Довязали ряд, разворачиваем вязание, вяжем следующий. Следующий у нас получается уже 10-й ряд. Первую петлю мы снимаем. Далее вяжем 3 лицевых. Первая, вторая и третья. Дальше провязываем 62 изнаночные петли. Провязали, на спице осталось 4 петли. Первые 3 вяжем лицевыми. Первая, вторая, третья. Последнюю провязываем изнаночной. Закончили этот ряд. Разворачиваем вязание. Дальше вяжем следующий, это 11-й. Первую петлю снимаем. Вяжем 10 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Накид. Лицевая петля, накид. Вяжем теперь 14 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, 12, 13 и 14 петля. Накид, лицевая петля и снова накид. Теперь провяжите 16 лицевых петель до следующей регланной линии. 16 лицевых. Провязали, вяжем дальше. Накид, лицевая петля, накид. Далее провязываем 14 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая и 14 петля. Накид, лицевая, накид. Далее довязываем 10 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. Последнюю мы провязываем изнаночной. Разворачиваем.
следующий ряд мы вяжем 12. Первую кромочную петлю мы снимаем, не провязываем. Далее вяжем 3 лицевых. Первая, вторая и третья. Провязали. Теперь провяжите 70 изнаночных петель. Провязали 70 изнаночных петель. На спице остается 4 петли. Первые 3 мы вяжем лицевыми. Первая, вторая, третья. И последнюю петлю мы провязываем изнаночную. Готов наш ряд. Вяжем следующий. Этот, кстати, ряд будет последний у нас регуланный. Дальше будет уже немножко по-другому вязаться. Так, вяжем. Снимаем первую кромочную петлю, не провязывая. Дальше вяжем 11 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Накид, лицевая петля, накид. Дальше мы провяжите 16 лицевых до следующей регуальной линии. Провязали. Мне кажется, просто если я буду провязывать вместе с вами, это будет очень долго по времени на видео. Так, накид делаем, лицевая петля и накид. Теперь нам нужно провязать с вами до следующей регуальной линии уже 18 лицевых петель. Провязали, делаем накид, лицевая петля, накид. Дальше до следующей регуальной линии мы снова провязываем 16 лицевых. Провязали, накид, лицевая петля, накид. И вяжем 11 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и 11 петля. Последнюю мы провязываем изнаночной. Вот что у нас уже получается. Получается полочка, рукавчик, спинка, рукавчик и полочка. Вяжем следующий 14 ряд. Снимаем первую петлю. Далее провязываем 3 лицевых. Первая, вторая, третья. И теперь нам нужно с вами провязать 78 изнаночных петель. Осталось на спице 4 петли. Первые 3 провязываем лицевыми. Первая, вторая, третья. Последнюю провязываем изнаночной. Закончили вязать этот ряд. В следующем ряду, это у нас получается 15-й, мы с вами будем разделять. Отдельно снимем на ниточку рукавчики. И сейчас все пошагово сделаем вместе. Так, снимаем первую петлю. Далее провязываем 13 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая. Провязали. Дальше берем иголочку
Я беру с тупым кончиком. Эту спицу пока оставляем. А теперь со второй спицы мы снимаем 18 петель на ниточку. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Это мы снимаем петли рукава. После того, как свяжем основную часть кофточки, мы с вами вернемся к ним. Сняли. Теперь нужно нам кончики нити связать на узелочек, чтобы они не распустились. И продолжаем вязание. Так, все, эти петли мы не трогаем. Вяжем дальше. Теперь нам нужно с вами провязать 22 лицевых. Ой, прошу прощения. Перед тем, как провязать 22 лицевых, нам нужно с вами набрать 6 дополнительных петель под рукавами. Показываю, как я это делаю. Ниточка у меня на указательном пальце. Ну, в общем, я думаю, вам наглядно это видно. Первая, вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая. Набрали 6 дополнительных петель. И теперь мы уже провязываем 22 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое. Сейчас провяжу до конца. Так, 21 и 22 петля. Теперь нам нужно повторить то же самое. Сначала мы одеваем на ниточку также 18 петель. Сняли на ниточку. Теперь также набираем дополнительные 6 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая петля. Далее мы с вами вяжем 13 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая. Последнюю петлю провязываем изнаночной.
закончили вязать этот ряд. Вот что у нас с вами в итоге получается. Разворачиваем вязание. Далее мы вяжем. Снимаем первую петлю. Вяжем 3 лицевых. Первая, вторая, третья. И далее провязываем 54 изнаночные петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Теперь показываю, как провязываю дополнительные петли. Так как я их набирала очень плотно, я сначала подготовлю и потом буду провязывать. Так, в первом получается, я ввожу крючок под петельку, провязываю изнаночную. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Дальше уже вяжу, как обычно, изнаночные. Мы и эти 6 дополнительных провязали точно так же, как и все остальные изнаночные, так что ничего в этом сложного нет. Все довяжите так 54 изнаночных. Остается 4 петли. Первые 3 мы провязываем лицевыми. Первая, вторая, третья и последнюю провязываем изнаночной. Довязали этот ряд, вязание разворачиваем. И сейчас мы будем с вами переходить на 4 спицы. Вяжем следующий 17 ряд, и сейчас его мы сразу будем распределять на оставшиеся спицы. Так, первую петлю мы снимаем. И вяжем 17 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, 13, 14, 15, 16 и 17 петля. Оставляем эту спицу, берем другую, набираем. Со второй уже спицы вяжем 15 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, 14 и 15 петля. Эту спицу теперь тоже оставляем. На следующую спицу также наберите 15 петель. Набрали, берем нашу четвертую спицу и теперь провязываем 10 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая,
шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. На спице осталось 4 петли. Теперь эти 4 петли мы будем провязывать вместе с первыми четырьмя, которые были в начале ряда. Соединяем их рядышком. Получается последняя спица и первая. Накладываем их друг на дружку. Захватываем с первой спицы петельку и тут же захватываем со второй спицы. Так, вот я взяла самые первые. Провязываем их лицевой петлей. И снимаем. Дальше точно так же делаем со второй. Захватываем петлю с первой спицы. И сразу же захватываем петлю со второй спицы. Провязываем их вместе. Третью. Захватываем петлю с первой спицы, со второй и провязываем вместе. И так нужно провязать нам еще одну, четвертую. Захватываем с первой петельку, тут же захватываем со второй, провязываем. Это все. Перешли мы на круговое вязание. И дальше нам нужно с вами вязать по кругу 18 рядов лицевыми петлями. Просто продолжайте. Давайте один ряд свяжем вместе с вами. А дальше вы уже самостоятельно провяжете. Я вяжу 18 рядов. Если вам их сложно посчитать, то вы можете просто примерять кофточку на мальчика и смотреть, какая длина вам нужна. Провяжите до нужной длины и останется нам потом только один ряд. Это закрытие петель. Вот так поочередно на каждой спице мы провязываем лицевые петли. Мы провязали с вами первый ряд. Еще точно так же довяжите до необходимой длины. Довязали мы до нужной длины. Вот что у меня получилось. И так как вязание у нас ряд заканчивался ровно посередине, чтобы не делать закрытие спереди кофточки, я провязала еще петли с одной спицы и закончила под рукавом. Теперь будем закрывать с вами петли.
снимаем одну петлю, следующую петлю провязываем лицевой, и теперь первую петлю мы протягиваем через вторую. Ну, может, неправильно выразилось, наоборот, надо вторую, наверное, протянуть через первую. Теперь уже не надо петлю снимать. Вяжем лицевую. У нас две петли на спице. Мы берем вторую петлю и протягиваем ее. Снова вяжем одну лицевую петлю, две на спице, берем вторую и таким образом закрываем весь ряд. Можно делать это не так туго, как я, чтобы у нас не стянулось потом край. Получается, вначале мы просто снимаем одну петлю, после мы не снимаем, так как одна у нас уже на спице есть. Лицевая. И закрываем таким образом весь ряд. Закрыли все петли, осталась у нас одна последняя петелька. Мы обрезаем ниточку. Теперь эту петлю делаем узелочек и с помощью иголочки, но теперь уже с острым кончиком, я прячу ниточку эту. Так, сначала ввожу иголочку в самую первую петлю, чтобы убрать вот это не очень красивое растянутые петли. Подтягиваю их. Теперь вывожу на изнаночную сторону. И здесь я просто провожу иголочку не между петельками, а прям вот с помощью острой иглы внутри петли. Провожу иголочку, чтобы эта ниточка оставалась между волокнами. И все, ниточку я обрезаю. Такая получилась кофточка. Это задняя часть, это у меня передняя часть. Эту ниточку прячем точно таким же способом, с помощью острой иголочки. Теперь нам остается провязать рукавчики. Мы начинаем. Это можно делать с помощью крючка или с помощью спицы. Я еще, естественно, не нашла удобный способ, как это хорошо сделать. Берем нашу ниточку. И теперь нам нужно набрать, в общем, 18 петель на рукаве. И здесь, на вот этой пройме, я набираю 8 петель. Вообще, здесь у нас с вами было 6 дополнительных. Но я набираю 8 еще по одной, получается, из уголка, чтобы потом не образовалось дырочки. Можно делать с помощью крючка. Захватываем не одну ниточку, вот эту, а две, чтобы потом у нас это смотрелось красиво и аккуратно. И вытягиваем петлю. Потом захватываем со второй. Также, видите, я ввожу не под одну тоненькую ниточку, а под две. Вторая петля, третья, четвертая, пятая,
шестая. Седьмая. И вот здесь в уголочке у меня последняя восьмая петелька. Теперь я эти петли переношу на спицы. И теперь уже дальше мы набираем петли с рукава, там, где мы завязывали ниточки. Получается 9 петель я набираю на одну спицу и еще 9 петель набираю на вторую. Сейчас я их пересниму и будем вязать дальше. Все, я пересняла спицы. Еще раз повторюсь, у меня 9 петель на рукаве, и под рукавом у меня 8 петель. И теперь вяжем просто по кругу. У меня получилось 10 рядов. Но вы примеряете кофточку на мальчика до необходимой длины. Сейчас покажу. Вот. До пальчика примерно я делала кофточку. Вот у меня получилось 10 рядов. Думаю, показывать я уже не буду, как я это вяжу, просто лицевыми, так же как вязали вот здесь нижнюю часть кофточки. Провяжите, закройте петельки. На втором рукаве сделайте то же самое. 18 по рукаву, 8 петель под рукаву и 10 рядов в длину. Петли закрываем. И на этом наша кофточка будет готова. Я сейчас провяжу рукава и вернусь к вам уже с готовым результатом. Что у нас с вами получилось? Надеюсь, что процесс вязания спицами оказался для вас не таким сложным, и у вас все получилось. Готовой работой по этому мастер-классу можете поделиться со мной в Инстаграме или в Одноклассниках. Я оставлю ссылочки на свои соцсети под этим видео. Переходите и можете там мне прислать фотографию. Мне будет очень интересно посмотреть, что у вас получилось. Спасибо, что вязали вместе со мной. Подписывайтесь на канал. И переходите во вкладку «Мастер-классы». Думаю, вас заинтересуют остальные мои игрушки. И до новых встреч!